Я вот в этом уходу. Она слышит одновременно. Знаешь, что тут происходит? Нет, не знаю. А вот когда узнаете, расскажи. Не знаю, вот уже интересно, поэтому и подошла. А вы тут были, да? Нет, не было. Тебе кто позвонил? Ну, человек и позвонил. Ну, тем более, я такие старшие, вот они сейчас это сорганизовали. Кто не знает, такие вещи делаются не по приглашению, а работали где-то в фильме. Взаимоотношения. Да. Чуть позже организатор мероприятия даст интервью, расскажет, кто это, что это, что за марш солидарности. Пока просто понаблюдаю. Марша мира и солидарности в Украине. Украина! Можете тогда дорогу показывать, да, куда мы да, должны? Да, не будет так. Всего доброго. Ирина, don't play, no? Ирина,
наверное, не сейчас. Ханд. Сейчас. Круг мира. Вначале встанет. Возьмемся так за руку. Присоединяйтесь, круг мира. Разве что одной рукой возьми меня за руку. Мальчики, круглее, мальчики. Круглее. Вот круглее. Так, немного сюда, чуть-чуть сюда. Присоединяемся, присоединяемся.
тут плохо фотографировать, неудобно. Тихо, подожди. Полина, а где Шеховцов? Мы были только что. Нет, у меня прямой эфир. Мы, Никопольские общественные организации, участники этого величайшего действия, международный марш на благо мира. Это то деяние, которое идет с Майдана. И вот у нас лозунги, которые несут благо Украине, они несут спасение всему миру. Для того, чтобы люди облагородились, для того, чтобы люди обновлялись, чтобы они приняли совсем новые условия существования, которые сейчас нужны человечеству, другого не может быть, чтобы ушло все плохое. Уродливое мы превращаем в прекрасное, темное, светлое, а личное в общественное, для того, чтобы на Земле что-то произошло, люди должны создать всемирную духовную общность и как единое человечество должны пойти по пути подвига, духовности и красоты. Понятно. А кто организатор вот в Никополе? В Никополе получилось все спонтанно. Нам сейчас надо догонять процессию. Есть несколько общественных организаций, которые подхватили это. Это и Сандул, который отвечает за экологию, за бассейн Днепра. Мы подключились. Есть люди, которые неравнодушны к этим эволюционным процессам, поэтому частным образом подключаются. Большое спасибо, конечно, Тульчинской Ане Анатольевне, которая много в этом вопросе уделила внимание, повезла нас тоже к этим местам. А какие места? Каким этим? Каких местах? Мы были на Нечаевой могиле. Итак, колонна отправилась, как нам сказали, к обелиску. Мы сейчас сядем в машину, попытаемся их там догнать и продолжить трансляцию минут через 5. На памятник съезжу, они туда пошли, потом вернусь. Будем сюда, да? Ну, или давай сразу садись, я там вот сниму чуть-чуть. Мы, короче,
На, в окно, тут люди сейчас смотрят. На, ты не закрыл. На, в окно Need for Speed не открыл. Там сейчас прямой эфир идет. Хорошо, чтобы мы не разговаривали. Вот так вот срочно, ну уже бы проехали, ну что уже. Я уже не знімаю. Тоже кажу, погано видно. Два, или сегодняшние месяцы.